В этом году в Иванове откроется новый детский сад в микрорайоне Московский. Компания-застройщик в соответствии с инвестиционной программой обязана построить два дошкольных учреждения. Одно из них уже функционирует. Работы по строительству второго скоро выйдут на финишную прямую. Этот садик как бы воплотил в себя все, что мы на сегодняшний день имеем по строительству. То есть это и теплые полы, фасады с НРЖ, то есть утепленные фасады, раздельные санкабины для детей средних, старших и подготовительных групп. Новые учреждения смогут посещать 160 малышей. В детском саду будут созданы все условия для размещения 8 дошкольных групп. Места предоставят тем, кто стоит на очереди в детские учреждения Ленинского района. Сказать, что Ленинский район не испытывает потребности, конечно, нельзя, но здесь более-менее благоприятная обстановка. И с учетом того, что здесь 160 мест будет на этом объекте, и 120 мест – это гимназия 36, дошкольное отделение, то есть 280 мест еще дополнительно, я думаю, остроту проблемы, конечно, это снимет. По планам, инвестор должен завершить строительство в сентябре, но городская администрация будет вести переговоры, чтобы работы были ускорены, и новый учебный год для малышей начался в новом детском учреждении. Любовь Почерникова, Олег Мирёхин, РТВ Иваново.